Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей Шальнев. Мы также продолжаем работать на удаленке. И сегодня у нас на обзоре очень интересный аппарат. Это Virtutu Constellation Яхта в таком вот коричневом исполнении. В простонародье просто раскладушка. Давайте поговорим о ее внешности. То есть корпус у нас изготовлен из алюминия крашеного. Основание корпуса — это полированная сталь. Если приглядеться вот сюда и вот сюда, здесь установлены рубиновые подшипники для плавного открывания крышки. Здесь у нас рычажок для вот этого плавного открывания. То есть просто нажимаем, и телефон у вас открывается. Здесь мы видим керамику цвета плазмы. Видим вот такой вот дополнительный дисплей. Он тоже сделан под сапфировым стеклом, как у всех телефонов Virtutu. Обводка — полированная сталь. Здесь у нас разъем зарядки micro USB. Здесь у нас петелька для... Можно веревочку такую повесить. Ну, я этого ни разу не делал, но это, в принципе, завод-изготовитель заложил. Здесь у нас динамики. Здесь у нас микрофон. С этой стороны мы видим вспышку, замок открывания крышки аккумуляторного отсека и камеру. Кто любит раскладушки, это самый, наверное, лучший и самый удобный телефон. Вообще, что касается раскладушек и вот данной модели, я считаю, что это очень грамотный и востребованный телефон. То есть на сегодняшний день продается две модели очень хорошо. Это Virtutu раскладушки и Virtutu Signature Design. Все остальные телефоны продаются менее хорошо. Почему именно хороша данная модель? Тем, что она очень компактная. То есть вот, обратите внимание, она вмещается без проблем в руку. Но когда мы ее открываем, мы видим достаточно большой дисплей для кнопочного телефона и очень удобные кнопки. Включается у нас телефон вот этой вот кнопкой внизу. Я ее нажал, телефон провибрировал. Подтверждаем. Проиграла фирменная мелодия. Все, телефон загрузился. Мы заходим в меню, смотрим классическое меню у Virtutu. Ну, здесь я опять же говорю, я не буду сейчас заострять внимание на всех этих функциях. То есть здесь все достаточно стандартно, как и в других телефонах, которые я вам показывал уже на предыдущих обзорах. Здесь установлена навигация. Здесь есть камера. Ждать каких-то сверхъестественных характеристик данной камеры не стоит, но если вам нужно что-то сфотографировать, да, то есть без всяких вопросов сфотографируйте и на компьютере, я вам скажу, что картинка очень даже достойная, если учесть, что это просто как бы телефон, да, то есть никакой там не смартфон там. Здесь у нас галерея, то есть вот это вот фотография, которую сейчас мы с вами сделали. Здесь мы фотографировали в офисе. Уже, честно говоря, очень соскучился по офису, так как продолжаем работать на удаленке. Уже скоро будет 2 месяца как. Ну, ничего, надеюсь, в ближайшее время все наладится. Здесь у нас, конечно же, сообщения, контакты, журналы вызовов, настройки. Здесь я предлагаю послушать мелодии, как они звучат именно на раскладушке. Здесь у нас выбрано sandpaper. Очень классная вибрация. Прямо телефон, если приглядитесь, он прям двигается. Так, сохраняем. Сейчас послушаем вообще, какие здесь есть еще мелодии. Помимо sandpaper, там еще много всяких разных мелодий. Так, заходим. И вот у нас... Звучание просто великолепное. Ну, на самом деле, как вы уже видели и слышали, то есть на всех телефонах Virtutu звучание — это просто топ. То есть даже какие-то вот такие вот дурацкие мелодии, они просто звучат, ну, великолепно. Просто песня. Ну и, конечно же, sandpaper. Все, мы ее выбрали. Сохраняем изменения. Что касается вот этого маленького дисплея. Этот маленький дисплей является сенсорным, что в свое время был просто, ну, нереальный прорыв. Когда вам звонят люди, и у вас телефон, соответственно, находится вот в таком вот положении, у вас высвечивается вот здесь вот номер телефона, прямо вот так вот посерединке, и сверху высвечиваются такие два окна.
у вас есть возможность либо сбросить, либо сделать без звука, что очень удобно. Кнопка громкости у нас тоже интегрирована вот в этот рычажок. То есть, если мы вверх вот так вот сделаем, то мы прибавим громкость на данном телефоне. Что тоже, опять же, очень удобно, что здесь не стали компания Vertu нагромождать этот телефон какими-то дополнительными еще кнопками. Сейчас предлагаю выключить телефон и посмотреть, что у нас под крышкой аккумуляторного отсека. Открывается все элементарно, то есть вот этот вот замок надо подцепить. Лучше, конечно, наверное, снять перчатку, потому что так не получается. Все, вот так вот мы открываем. Видим вот такую вот батарейку. Батарейка здесь у нас установлена BL4UV. Батарейки у нас есть в наличии. То есть, если у кого-то есть аналогичный телефон и уже батарейка устала, никаких вопросов, обращайтесь к нам в галерею Lux, и мы вам обязательно ее доставим куда угодно. Здесь мы видим надпись RST. Это говорит о том, что данный телефон был ввезен официально на территорию Российской Федерации, был растаможен. То есть здесь у нас есть русская раскладка клавиатуры. Также мы видим слот под карточку microSD и видим место под установку сим-карты. Сим-карта здесь, конечно же, обычная, то есть большая. Здесь мы видим модель Constellation F, то есть это официальное название данной модели. Type – это платформа RM389V. Потом видим IMEI и вот этот FCC ID-код – это код, который отвечает за… Когда в сервис телефон попадает, этот код вводят и видят, что с этим телефоном делалось, кто его собирал, как его собирали. То есть это такой важный код. Потом здесь еще какой момент. Вот здесь под надписью Vertu шестизначный номер. Это серийный номер данного аппарата. И этот же номер у нас транслируется вот здесь. Видите? Это чуть ли не у единственного телефона Vertu. Вот этот номер еще повторяют вот на вот этой вот планке. Ну что, подытожим. То есть в моих руках Vertu Constellation F. Здесь, кстати, забыл сказать, здесь тоже, конечно же, сапфировое стекло. И вот по поводу этого сапфирового стекла, то мы очень не рекомендуем на этот телефон садиться. Ну, то есть иногда люди просто берут телефоны и кладут его в задний карман джинс там и садятся там куда-то. То есть здесь вот с этим дисплеем, ну, буквально там, не знаю, закладывают 3-5%, что может что-то с ним случиться. А вот с этим дисплеем, так как здесь очень тонкое сапфировое стекло, прямо ну реально, оно вот прям вот чуть толще волоска, происходит сразу же неприятность. То есть оно 100% лопнет. То есть когда очень сильно надавить вот сюда, в общем, экран точно не выдержит. И уже если такая ситуация произошла, нужно менять только уже дисплей в сборе. То есть одно стекло не поменять, такой нет возможности. То есть это сборка. Это такое маленькое предостережение. Но если, не дай бог, такая ситуация произошла, не отчаивайтесь, звоните к нам в Lux Service. Вот наши координаты. И мы вам обязательно все отремонтируем в кратчайший срок. Но, опять же, это маленькое такое, так скажем, замечание. Вот, этот телефон у нас продается в галерее Lux. Изначально, то есть, самый дешевый телефон Vertu Constellation F стоил 5200 евро. Самый дорогой стоил там в районе 14-15 тысяч евро, там золото, бриллианты, там кожа аллигатора и так далее. Этот телефон у нас на сегодняшний день можно приобрести за 149 тысяч рублей. Что по нынешнему курсу, но это более чем понятные деньги. Оплатить можно как и по безналу, так и на карты Альфа-Банк, Тинькофф, Сбербанк и Банк Открытия. Доставка у нас осуществляется транспортной компанией СДЭК. Работаем с ней уже давно. Это от нас в подарок, то есть вам ничего платить за это не нужно будет. Как правило, срок доставки от 2 до 7 рабочих дней, не считая дня забора груза. Кому понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. Мы всегда рады вам предоставить самый интересный контент. С вами был Алексей Шальнев, спасибо за просмотр. Всех благ. Главное, не болеть.